Всем привет! Я сегодня ранняя пташка, на часах без 15:07. Проснулась чуть раньше, потому что накопилось слишком много дел. Я решила сделать себе июнь таким отпускным месяцем, чуть меньше снимать, чуть больше посвятить времени себе и своей семье, попутешествовать. Все это было заранее запланировано, поэтому могла себе позволить раз в год так чуть-чуть дать слабину. Но вы очень долго просили меня сделать неделю влогов, я все как-то оттягивала этот момент, и мне кажется, что я очень сильно, мне не кажется, я уверена, я очень сильно соскучилась, и пришел тот момент, когда вот мне прям захотелось с вами пообщаться, поболтать, и, возможно, кто-то из вас узнает меня с другой стороны. Я понятия не имею, что я буду снимать целую неделю. Возможно, вам надоест после нескольких видео. Мне вот кажется, я с вами разговариваю, это зараза сползает. Ну, это будут какие-то такие ненасыщенные влоги, а просто о том, чем я занимаюсь в своей жизни. Будут и откровения с Осей. Кстати, давайте в самом начале также скажу, что я хотела бы снять видео «Вопрос-ответ», поэтому если у вас есть какой-то вопрос, то, пожалуйста, оставляйте его внизу, и или сегодня, или завтра я обязательно сниму такой ролик и, пообщаемся с вами поближе. Что-то еще? Патчи, которые я сегодня нанесла. У меня прям какой-то такой голос с утра, как будто я вчера гульбенила. Но я просто выспалась. Я легла спать около 11, наверное. И я заметила, что в моем случае особой роли не играет, как долго я спала. Иногда прям высплюсь, красота. Просыпаюсь настолько помятая. В общем, решила провести небольшой эксперимент и довольно часто клею вот эти патчи. Бренд Aomi, это какая-то корейская марка, и что-то я вообще как-то не поняла. Но то, что они сползают, это факт, они очень хорошо пропитаны, но тоненькие, и эффекты от них, как кот наплакал. Мне показалось, что те, которые у меня были раньше, чуть более действенные, так что вот уже прям так интенсивно ими пользуюсь, чтобы проверить, работают или нет. Короче говоря, надо поставить в холодильник и жалко выбросить. Поэтому пользуюсь частенько. Малыши спят, мальчики у нас просыпаются около 7, Захар, наверное, а Игнашка так вообще, куда-то делось солнце. Игнашка может спать даже до 8, до 9, мы очень часто будем его. Надо сделать чуть светлее в камере, мне так кажется. И сегодня у меня много работы. Постараюсь чуть поснимать для вас, показать наш участок, как мы все обустроили. Если у Томика будет время, возможно, он расскажет о растениях, потому что я в этом деле не бум-бум. Мы просто наняли человека, который подбирал растения там, что посадить в тени, что посадить на солнце. А так ничего особенного, у нас не было дизайнера, потому что мы не хотели все это как-то утяжелять, и чтобы пространство все-таки осталось. Так как у нас там 6 соток, но все наши. Посмотрим, что я сегодня наснимаю. Если вы за неделю влогов, не забудьте поставить пальчик вверх, потому что это очень приятно, занимает много времени. Я аж так как-то переживаю, справлюсь ли я, потому что давно не было такого графика, что прям каждый день снимаешь, монтируешь. А кроме съемок у меня еще есть всякие обязанности, как мамы, как работающего человека. Так что вот эти вот влоги, это все-таки что-то такое приятное для души. Как слышите, мой кофе кипит практически уже. Вот так начинается мой... Столько всего хочется сказать, что я даже не знаю, с чего начать. Давайте сразу отвечу на вопрос по поводу очков мужа. Он как раз сегодня поехал в других. Это те, которые здесь с магнитами. И вот когда солнечно на очки для коррекции зрения... Просто примагничивается часть, которая потом защищает от солнца. И, по-моему, они были в нескольких цветовых вариантах, потому что он себе купил зеркальную. У него есть классические Ray-Ban. И, опять фокус не показывает. Сейчас, секунду.
наконец-то получилось заснять. Скриньте, кому надо, и бренд называется InStyle. Напишу еще раз внизу. И я недавно приехала из Франции. Конечно же, будет влог, но я хочу сделать его интересным. И кое-что надо еще записать дома, поэтому он, скорее всего, выйдет чуть позже. И из Франции я привезла сыры, большую часть мы съели, и моцареллу, и всякое такое. И вот этот мне очень сильно понравился. В прошлый раз, когда я была, мы жили прям рядом с магазином, который специализировался в сырах и винах. А в этот раз я просто зашла в первый попавшийся магазин, потому что уже все закрывалось, было около 8 часов вечера, и схватила разные разновидности и в черной плесени, и в какой-то красной. И вот то, что мне подсказала Катя... Сейчас, может, кто-то из вас будет ехать во Францию. В общем, она завела меня в такой магазин, и я купила пакет специальный, который держит холод. И вот есть специальные такие сумки даже. Есть форматы поменьше, но просто в этом магазине конкретно ничего не было. Так что я купила большой, все завернула туда и без проблем довезла сыры. Вот, может, кому-то из вас тоже нужна такая информация. Но, господи, боже мой, как же они беспощадно воняют. Они просто завоняли мне весь чемодан, в том числе и те вещи, которые были чистыми, которые я просто вот аккуратно сложила после стирки и ни разу не надела в Париже. И потом, когда я все поскладывала в холодильнике, кто-то на первом этаже открывал его, даже на втором чувствовалось, что как будто что-то подпортилось. Я не знаю, кто как, но я очень люблю эти сыры, и, к примеру, когда там наливаешь себе бокальчик вина, берешь какие-то фрукты, и это абсолютно не чувствуется, но я не люблю голубую плесень, какую-то такую вот прям термоядерную, я все такое полегче, я уже накрасилась, и сейчас собираюсь себе сделать такой какой-то легкий завтрак, потому что что-то вообще не хочется есть, не знаю, что происходит, и потом, скорее всего, я поеду... Порешаю свои тут срочные и неотложные дела и поеду чуть позже в торговый центр, сразу поснимаю шопинг-влог, посмотрим, как выглядят скидки в Польше, и, скорее всего, это будет уже отдельная часть влоговой недели, потому что я не уверена, что все будут смотреть получасовые видео. Покажу вам, что я ем, поделюсь как хозяйка с вами своими находками, и дальше уже пойдем на участок, рассмотрим растения. На завтрак у меня сегодня будет смузи. Очень давно не делала себе ничего такого, но одним смузи, как говорится, сыт не будешь, потому что для меня это такой перекус между основными приемами пищи, поэтому хочется сделать его чуть поплотнее, чтобы я через полчаса снова не была голодной. Взяла овсяные отруби. Здесь у меня довольно много черники. Где-то 2 столовые ложки отрубей. А вот это интересный продукт называется машлянка. То есть... Мне кажется, что во время производства масла остается вот что-то такое кефироподобное. И у него очень нежный вкус. Но это не закваска. Закваску, кстати, я тоже очень люблю и пью, когда приезжаю к маме. И все-таки черника, у меня здесь не голубика, а черника, она такая кисловатая. Хочется подсластить себе жизнь. Я вот сейчас, не то чтобы часто, но когда хочется чего-то сладкого, добавляю стевию. Она у меня ванильная, я ее покупала на iHerb. Ну, наверное, она есть и в классической версии. Это такой натуральный подсластитель, но с ним не стоит перебарщивать, потому что это не то же самое, что сахар. И если добавить больше, чем 3 капельки на небольшое количество чего-либо, то все-таки это ощущается. И я заметила, что после 25-го года жизни мой метаболизм начал слегка замедляться. Если раньше я там чуть подправилась, тут быстро скинула, сейчас все это не прокатывает. Но это отдельная тема для разговора. Так что сейчас приходится еще больше следить за питанием, особенно за сладким и всякими булочками. И я в последнее время открыла для себя муку разного типа. У меня здесь кукурузная, кокосовая и рисовая. И вот когда я хочу себя чуть побаловать, к примеру, делаю какие-то сырники для детей, в основном у меня все обычное, ничего диетического, там, экологического, я не схожу с ума, что-то я выбираю из этого сегмента, ну, в основном все как у обычных людей. И когда я делаю для себя сырники, то я в основном миксую кокосовую и кукурузную муку. И вы знаете, это очень вкусно, особенно если вы любите... кокос, если вы такой же кокосовый человек, как я, то вам очень понравится. Вот эти я покупала, по-моему, в Лидле, уже не помню, но они есть везде в каких-то таких биологических магазинах. И еще, девчонки, я как-то купила супер дорогое оливковое масло, вот прям какое-то качественное из Италии.
У него был такой какой-то вот непривычный для меня вкус, еле допользовали в салаты, потому что вот прям он все перебивал. И в том же Лидле, это их бренд Deluxe, я, можно сказать, ради интереса купила себе, всей семье, масло из семечек тыквы. Я думала, что оно будет таким прям ярким, насыщенным по вкусу, но оно оказалось настолько нежным и так смакуя. И так вкусно ощущается в разных овощных салатах. Я прям аж удивилась. Многое, конечно же, зависит от производителя, но если вы смотрите меня из тех стран, где есть Lidl, то однозначно советую обратить внимание на вот это масло, потому что оно вкусное. Смешиваю свой смузи, и на сегодня это все, на завтрак именно. Томак согласился любезно поучаствовать и провести экскурсию. Да, я расскажу, какие растения у нас. Это что такое, Томак? Бугавилла, да? Да. А, нам... Ну, они такие некрасивые еще, они из распродажи, но мы будем пытаться, чтобы они красиво. Да, Томак будет за ними ухаживать. Надо купить нам красиво. Горшочки. Угу. Да. У них розовые такие цветы. В Хорватии, в теплых странах очень часто можно их встретить. Так. Тут у нас бук. Такой цвет интересный у него. Это такие деревья будет на метров 5, наверное. Серьезно? Да. Блин. Хорошо, а это Томас сказал, что у нас вместо там что-то непонятного будет расти трава. Да, это трава такая, китайская, по-моему. Такие красные листья у нее. Сейчас это очень модно, и они вообще бывают в разных цветах. А вот это, ну, типа как блющ или как Повойник называется по-польски, я не знаю, как он. Ну, короче, он будет виться по всей вот этой вот сетке, которая будет ограждать нас от соседей. Вот сейчас, как назло, будет ветер. Да, тут-ту и это, ничего такого. Ничего особенного? Из них легко сделать забор, так чтобы отделиться от соседей. Да, они здесь уже частично были, и мы решили не покупать кору, а засыпать все камнями, потому что, ну, декоративными, видите, здесь, потому что кора, как Томик сказал, она начинает гнить со временем, и она рассыпается, потому что если сильный ветер, он будет прямо раздувать эту кору, мы уже как-то раскладывали, не мы, ладно, Томик. Газон, я вам говорила, и даже показывала в одном из влогов недавно, что мы его покупали в рулонах, и когда я приехала из Парижа, он был такой... Бедный, уставший. Так как похолодало, нам очень повезло. Да, он... У него уже корни, посмотрите, тут беленькие. О, блин, это что, можно так поднять просто? Да. Класс. Надеюсь, что дети об этом не узнают. Это только сначала. И у нас здесь, Томик, капельный полив, да, под цветами, под всем остальным. Да, трубки, из которых течет. Угу. Я говорила о том, что у нас есть сетка антикрот, чтобы крот сюда никак не добрался, не испортил наш газон. Здесь травы. Еще одно растение, которое будет здесь виться. Это довольно быстро все произойдет. Но так как я говорила, мы покупали маленькие растения, потому что это супер дорого в Польше, как оказалось. Вот эти деревья. Ой, Томик, а это бассейн там? Да, это старый бассейн. Тут еще будет. Тут будут фонарики еще. Угу. Ждем, когда приедет, да, электрик. Да, человек сделать. Здесь... А тут розы. Часть из них это польские розы, а часть это английские розы. Разноцветно. Белый, фуксия. Ну, в общем, мы смешали 4 цвета. И вот они сейчас бедненькие тоже приживаются на новом месте. Кстати, вот эти вот камни, они уже были здесь. Томик, а вот это тоже мы садили? Да, это называется мелин американский. Это тоже такое типичное растение, как, не знаю, как в Турции, как, наверное, на Крыме. Угу. И вот, кстати. Он сильно цветет. Вот одна из роз, которая у нас здесь, еще Томик не поснимал, все. И вот это сакура, правильно, Томик, да? Это вишня. Ты говорил сакура, блин. Что? Какая? Ну, сакура, да. Я не знаю, что это сакура. Ну как ты не знаешь? Что в Сковине? Да, это называется вишня. Это какая там японская вишня. Она... Ну, сакура какая? Ну, может быть, но у нее нету этих... Плодов у нее нет, только фруктов, цветы, да. Только цветы. Оно цветет весной. Это дерево у нас здесь уже было, оно такое большое, и оно остается ярко-зеленым до конца лета. Вот, здесь розы. Розы. Потом сверху как-то позаглядываем, что там у наших соседей. Не сейчас. Вдруг кто-то подслушивает.
А здесь у нас что, Томик? Это гортензия. Целый ряд. Какого она цвета? Розовый, по-моему. Но они будут большими. Кто-то знает? Метр, полтора метра. Угу, они вырастут большими. Можно было, конечно, потратиться и купить все сразу, но как бы так как соседи уже чуть-чуть отгородились от нас, посадили растения побольше, мы решили таким образом, таким путем. Это травы китайские, это называется мискант. Да, угу. Они вырастут тоже такие на 1,80 м. Ну, большие, выше, чем я. Да, можно с них делать забор. Угу, поэтому мы не садим ту, так как можно у соседей уже елочки. Можно оставить на зиму, они меняют цвет, красиво выглядят. Угу. Тут опять... Вот я себя снимаю часто, и не видно, сколько здесь места, видите? Ну, человек стоит, и это у нас получается между участком с одной стороны и нашим домом. Вот, где зал и все остальное. И они тоже какие, розовые или белые? Розовые, розовые, но я не знаю, почему у них цвет пока, если есть, есть беленький. Да. Но видно, что тут красный цвет, поэтому я думаю, они будут менять цвет. Короче, мы не уверены, но мы предполагаем. Тут опять травы. Томик, а что с поливом у нас? Я ну, покажу, под растениями? Да, под растениями. Опа. Под растениями капельный полив, а дальше высовываются такие штуки, но Томик обещал я показать. Угу. Тут буки. Да, это мои любимые деревья. Это компромисс от Оли. Они вообще не нравятся. У нас в старом доме нисколько их было, они растут тоже. Вроде они чем-то заболели. Они растут вниз, серьезно. То есть растет вверх этот бук, но потом он начинает вот спадать он вниз. Фонтанно, он так называется тоже. Фонтан да, новый. Фонтанно из чего? Саду это тоже, но это маленькие буки. И они не будут большими, да? Ну да, заборчик из них будет такой на метр. Ну, то есть, чтобы отградиться. А кто тут уже пошел наводить порядки. Mm. А вот это что такое? Тоже бук. Такой, как сначала был, только там был фиолетовый, тут. Угу. Стандартный зеленый. А сколько лет вот такому дереву, например, вот, ну, такому? Потому что он в два раза выше меня. Четыре. И сколько стоит одно такое дерево, ну, для примера? $100. Ладно. Да, большие такие. Лучше не знать. На метров пять стоят по $300. Ага, поэтому, ну, вы понимаете, да? Тут блюш стандартный. Как это, девчонки, называется? Ну, блюш, по-моему, да? Ну, а по-русски я не знаю. Просто на Украине это тоже так же, в Украине. Это тут роза. Розы только другое, чем вы видели. Они будут расти по заборе, должны расти. Высокие. Вьющиеся. Такие. Да. И они какого такого фуксию? Не, ясный цвет такой. Светленькие. Здесь тоже будут фонарики. Это да, уже в следующий раз, да. Наверное. Мы ждем, когда электрик попал. Это журавки по-польски, не знаю, как по-русски это может называться. Мы не садили какие-то там папоротники. Томик сказал, что это уже так все приелось. И это так в Польше у многих можно встретить, что мы выбирали. Ну как, Томик выбирал, я потом уже приезжала, там что-то возмущалась и корректировала. Ну как бы я не хочу из-за этого ругаться, что-то там доказывать, разводиться из-за растений, поэтому пусть будут. Это клен. Он чуть уступил, я и вышла вот так. Клен. Как марихуана выглядит. Да, вот посмотрите, какие у него тут листики. И они есть разных цветов. А вот этому дереву сколько? Не знаю, тоже 3, наверное. Ну вот, 3, представляете, 4, 3, как долго кто-то ждет, чтобы продать, поэтому но потом не может стоить. Вообще не будет видно. Все, когда вырастет, все будет тут зеленым. Да, то есть просто видно, надо подождать. Угу. Ну вот, чтобы наш газон выжил, мы заказали сразу такой полив. Причем, видите, он вообще не поливает террасу, стоит Томик и не боится, что сейчас что-то страшное произойдет. То есть главное тоже выбрать, правильно поставить направление. И так как мы в этом не разбираемся, то я говорила, что мы наняли специальную компанию. И вот эти вот поливалки, они по всему периметру. То есть их не видно, но когда приходит определенное время, то есть по часам там Томик выставляет, они просто сами выезжают так и включается полив. Я надеюсь, что вам было интересно. Если да, не забудьте поставить пальчик вверх. Нам будет очень приятно. До встречи уже завтра, потому что у нас неделя влогов. Все, пока-пока.